Баку в постоянном представительстве Нахчеванской автономной республики Азербайджана состоялась презентация книги «Три флага Нахчеванского ханства». Книга посвящена флагам 18-19 веков, которые автор книги Первин Гюзалов обнаружил в фондах Артиллерийского военно-исторического музея Санкт-Петербурга и Государственного Эрмитажа в прошлом году. По словам самого автора, участников мероприятия, данные находки крайне значимы для истории страны и открывают новые горизонты в изучении периода азербайджанских ханств. В книге рассматривается история символов нашего современного флага, так как на этих знаменах Нахчеванского ханства имеется символика нашего современного флага, а также красные и зеленые цвета с восьмиконечной звездой. На исторических знаменах азербайджанских ханств таких символов до